Жене, прошу, передайте. Коль, ты чего? Сестра! Ну, что? Осколком. Он знал, что умирает, поэтому письмо. Вы специально приехали с фронта, чтобы передать его? Мне пора. Вы кого-то ждете? Нашли все-таки. Что вы себе позволяете? Я в своем доме! Вы арестованы. На выход. Она здесь ни при чем. Там разберемся. Руки. Хочешь по-плохому? Будет по-плохому. Ты кому тыкаешь? Я задал вопрос, солдат, кому тыкаешь? Боевому генералу, легендарному комдиву гражданской войны, ты. Крыса тыловая, пока наши парни и дети еще. Мясом наружу! Каждую пять земли поливает своей кровью! Ты щеки себе розовые откормил! Да отпустите вы уже! Семен, это провокация. Я тебе покажу крысу. Да пошел ты, жене своей показывай. Давай, стреляй. Отпустите оружие. Иначе... Иначе что? Что иначе? Лосев вам еще что-нибудь передал? Только письмо уже. Где письмо? Письмо! Вам придется проехать с нами. Минуту на сборы. Прежде всего, позвольте от лица полковника и от себя лично поблагодарить вас за сотрудничество. Когда я смогу увидеть брата? Скоро. Но для начала вы должны для нас кое-что сделать. Я же сделала все, что вы просили. И, как я сказал, мы с полковником вам очень признательны. Остался сущий пустяк. Вы должны сообщить русскому агенту, что Эркерт улетит из Немежа уже завтра. Это все? Да. Я могу идти? А их всех убьют? И этого русского агента тоже? Конкретно этого русского никто убивать не собирается. А вы вдруг стали переживать за его жизнь? Да нет, просто вы свободны. Берлин запрашивает отчет по операции, по всем ее этапам. Будьте добры, опишите подробно. Будет сделано. Именно улетает? Я так слышал. А что за Эркер? Некая шишка немецкая? Мы должны его взять. Согласен. Взять? Угу. Взять. Вы хоть представляете, сколько там охраны будет? У нас всего 4 человека. 5? А взять все равно придется. Желательно живым. Ну, с вами пойду. Мы с Акуличем эти леса знаем, как 5 пальцев. А у немцев на аэродром одна дорога. Ну вот. Вот и чудесно. Ну, а че кислые-то такие? Помирать вроде команды не было. Ты же понимаешь, что всего 2 варианта осталось.
Да, ну Олеся могла меня сдать и не раз, и не два. Да и тебя, кстати, тоже. Это же не случилось. Гробовщик с женой тоже могли. И этого, как ты говоришь, тоже не случилось. Я знаю, как это работает. Расставляют на игровой доске фигуры и позволяют им думать, что они ходят, как хотят. Суть в том, что мы немцам зачем-то нужны. Ты сам посмотри, сколько раз меня могли кончить. И каждый раз в последнюю минуту какие-то чудеса начинаются. Хочешь сказать, что мы часть их плана? Давай так. Ты завтра на рожон не лезешь? А если будет совсем плохо, ты уйдешь и передашь Москве то, что мы знаем, а именно. Сушков перед смертью сказал, что видел документы, которые доказывают, что Лосев работает на немцев. Добро? Мужики! По возвращению в Берлин подам рапорт о вашем повышении. Ну или, по меньшей мере, о переводе из этого богом забытого места. Господин Бергер, это не пустой трёп. Я уже разговаривал с фон Кюхлером. Ничуть не сомневаюсь. Разрешите? Пройдите. Господин полковник, вы просили посмотреть отчет. Спасибо, положите на стол. Присоединяйтесь к нам. А вы быстро работаете, Конрад. Стараюсь. Позвольте взглянуть. Простите, господин генерал, еще слишком рано. Здесь не хватает целой главы, которая без вашего участия просто невозможна. Вы умеете заинтриговать. Предлагаю тост. За русского генерала Лосева, Улана, который приведет фон Кюхлера в Ленинград. За это. Голодный. Думаешь, я сюда в столовой захожу? Да ты мне скажи. Завтра все закончится. Поехали со мной в Москву. Я боюсь. А чего там бояться? Москва не страшна. Но если только в Марьиную Рощу. Я за тебя боюсь. Вы же завтра напасть собираетесь на этого Эркерта. Приготовились. Давайте, поехали.
Выходим. Погоди. Сейчас нам за все ответишь, гад. Погоди, сначала обыскать. Я постараюсь. Руки! Руки! У него яд! Руку оторви! Руку! Не, ну как так? Ну вообще, ну! Ваня! Ванечка! Ваня! Ваня, Ванечка! Ванечка! Ваня! Ваня! Пойдем, пойдем, пойдем! Прошу к столу. Пойдем. Я думаю, вам есть о чем Господи, поговорить. Пойдем. О, Клюге. Вот и встретили. Жалко, что и не я тебя. Как сказал? Это Клюге? Начальник охраны замка. Та еще сволочь. Ты чего? Это ты чего в замке делала, когда тебе Сушков аппарат передал? Каждый четверг. Я брею Клюге, начальника охраны. Не, ничего. У меня тоже ничего. Труп генерала забирайте и уходим. А труп нам еще зачем? Затем, что я так сказал. В честь чего? Ванечка, тебя скоро отпустят. И мне обещали, все будет как раньше. Кому обещали? Ванечка, да ты ешь, ешь. Ты что, Вань? Ты что, работаешь на них? Вань, послушай меня. Это все ради тебя, ради твоей семьи, ради детей, ради нас. Ради моей семьи? Я знать тебя не хочу. Вань, ну это же ради тебя. Это все ради тебя, ради твоей да, семьи. Да, я слышал, ради моей семьи. Так вот, у меня семьи нет. Их убили. Мару, Иру, Мишу, всех. И жену, и детей. Нет. Знаешь почему? Потому что они евреи. Вот эти вот люди убили, а ты им служишь. Да они живы, мне обещали. Их найдут, они живы. Они Ваня! Они мертвы, их убили, понимаешь? И ты мертва! У меня больше нет сестры! Ну-ка! Ваня! Я думаю, нам надо всем немножко надо успокоиться. Ваня! Сука! Сука! Увидите. Вы же обещали. Успокойтесь, все будет, как я обещал. Сядьте. Как-то все слишком легко получается, слишком просто. А что, если немцы подсунули Сушкову липу про то, что Лосев крот? И по каким-либо причинам липа до Москвы не дошла. Тут такие появляемся мы. Я очень удачно оказываюсь в одной камере с этим Сушковым. Вижу этого Эркерта, который потом сам к нам валится в руки. Слишком много совпадений. Только что взять с мертвеца? А я думал, как раз этого организаторы не планировали. А попроще можно? Хорошо, постараюсь попроще. Я думаю, Эркер сам не знал, какая роль отведена ему в этой партии. Он должен был попасть к нам в руки. Рассказать, что знает, а именно, что Лосев – крот. А с таким языком нам никакие доказательства не нужны. Они просто Эркерта недооценили. Ну, допустим, ты прав. Дальше-то что? Пока у нас только одно преимущество. Они не знают, что Эркерт мертв. Я хочу знать правду. Правда заключается в том, что ваш брат ненавидит немцев, ненавидит вас, свою родную сестру, а я человек слова. Поэтому я вам обещаю, ему вернут всю его семью, как только все закончится. Живыми? Что? Вы умнее, чем кажетесь. Великий писатель Грибоедов.
Верно определил суть вашей проблемы, Олеся. Горе от ума. Никогда не задавайте вопросов, ответы на которые вы не готовы услышать. Мне больше нечего вам добавить. Я подшил информацию о нападении на кортеж Эркерта, как вы просили. Отнесите в кабинет Бергера, он посмотрит. Прошло. Я так боялась за тебя. А у тебя? Я тебя не совсем понимаю. Остро. Ты ей вчера брила клюги? Наверное, я не помню. Странно. Что? Я его видел сегодня. Он был не брит. Совсем. Убей меня. Что? Ну, убей. Давай. Я не могу по-другому. Не могу так больше. Теперь все. И брат, мне все равно. Что они тебе пообещали? Они сказали, что их отпустят. И жену, и брата, и их детей. А он сказал, что все, их больше нет. Я не могла по-другому, понимаешь? Я просто хотела, чтобы они были живы. Я не могла. Ты виделась с братом? Они держат его в замке. Я им больше не верю. Не собираюсь я тебя убивать. А зачем мне жить? Можешь нам помочь? Пойдешь к Бюсу, скажешь, что мы взяли Эркерта, везем его в Москву. Зачем? Пускай думают, что их план удался. Так они и так думают, что их план удался. Они даже отчет составили. Какой отчет? Бюсов сказал, чтобы подшили эту информацию о нападении на кортеж. Ты поможешь нам достать этот отчет, а я постараюсь вытащить твоего брата. Я обещаю. И после всего, что произошло, вы продолжаете считать, что Лосев невиновен? Много фактов, товарищ комиссар, против генерала Лосева. Но в то, что он предатель, я поверить не могу. Простите меня, Алексей Ильянович. Но вы либо дурак, либо такой же предатель, как и Лосев. Знакомьтесь. Письмо, которое Лосев передал Ольшевскому. Там шифр. Какой шифр? Немецкий. Информация о количестве нашей живой силы и техники на Волховском фронте. Теперь понимаете? Понимаю. И все-таки, товарищ комиссар, я бы дождался информации от наших ребят из Немежа. Боюсь, что это уже ничего не изменит. Товарищи офицеры, ситуация у нас крайне тяжелая. Противник воспользовался нашим замешательством при отступлении и готовит массированную атаку. Мы должны как можно быстрее оставить наши позиции. Что значит, как можно быстрее, товарищ генерал?
Бежать, что ли? Если мы сейчас начнем драпать, завтра немцы закроют кольцо вокруг Ленинграда, а послезавтра захватят весь город. Раньше надо было думать, когда генерал Лосев своими планами армию истрепал. И никто. Никто ему слова не сказал поперек, кроме меня. А теперь надо действовать быстрее. Иначе завтра здесь камня на камне не останется. Интересно, зачем? Если мы выполним свою задачу, все жертвы не напрасны. Мы можем ход войны переломить здесь и сейчас. А она наш единственный шанс на это. И что ты предлагаешь? Проберемся в замок. Через черный ход, как в прошлый раз. Ну зачем? Через парадный зайдем. Хорошие группы. Для такого дела не жалко. Давай, мне нужно срочно попасть к господину Бюцеву. Информация о партизанах. Господин Бюцев о вас никаких распоряжений не давал. Конечно, не давал. Ситуация чрезвычайная. Это очень срочно. Ожидайте. Взрыв! Бомба! Что случилось? Есть пострадавший? Зовите скорее врачей. Что произошло? Быстрее, врачей! Берите оружие, быстро!
У нас есть пострадавшие. Нам нужно наверх. Ваши документы. Она со мной. Простите. Что вам здесь нужно? В кабинет. Со счетом к Чернову. И ждите. Надо ее брата отсюда вытащить. Не дури, я сейчас здесь всех перестреляю. Если мы через 15 минут не вернемся, уезжайте без нас. Аккуратно. Надо уходить, пойдем. Быстрее. Это партизаны. А что там случилось? Мы не знаем, сколько их. Давайте быстрее. Грузовик. Задержите грузовик. Вот они. Быстрее. Мою машину, быстро! На, взгляни! Что еще? Все! Она! Бензин кончился. Значит, дальше пешком. Мы с Черновым до Барбара, потом выйти к соседнему партизанскому отряду. А ты? Нам еще до рации добраться. Надо передать в Москву, что у нас досье Бергера. А мне куда? С тобой? Тихо, тихо. Время заплатить за все. Посылка фашистская. А ну отставить! Ты у себя в Москве будешь командовать, понял? А ну отставить! Уходить надо! Да мы уйдем! От лишнего груза только избавимся!
дыши. 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 Спасибо. Спасибо, что поверил. Спасибо, что Ваню пытался спасти. Как тебя по-настоящему зовут? Жора. Георгий Волков. Мухни мне кишка. У него своя книжка. Откуда стреляли? Центром надо связаться, передать информацию, а не личные счеты сводить. Нам подготовят эвакуацию. Вот отсюда. Есть что сказать? А толку? Давай, кончай, не тяни. Стойте! Стойте, не стрелять! Личный приказ Абакумова. Можете идти. Прости, Володь, что тебе пришлось такое пережить. Мне жаль. Откуда? Ты знаешь, что мне пришлось пережить? Тебя хоть раз к стенке ставили? Ты мне не поверил, мне, после стольких лет дружбы, после того, как мы с тобой... Мы не могли пропустить такую информацию. Все указывало на тебя. Все. Тогда,
Тогда почему все это закончилось? Потому что мы только что получили радиограмму. Еще минуту, и мы могли бы не успеть. Ты знаешь, столько раз по смерти ходил, и в самое то время страшно не было, а теперь почему-то ноги отнимаются. Прости, генерал, но предатель в твоем штабе есть. Кто? Товарищи офицеры, то, что я вам сейчас скажу, мало кому понравится. И поверьте мне, это самому тоже не нравится. Но дальнейшее сопротивление немцам на нашем участке фронта считаю бессмысленным. А как же генерал? Мы несем колоссальные потери, поэтому слушайте мой приказ. Сегодня же тщательно спланировать и подготовить отход на более удобные и заранее подготовленные позиции. Да, да, отступить! Что вы на меня смотрите? Еще крови хочется? Кишок солдатских захотелось? Мало вам? Да как же это? Молчать! Я сказал выполнять приказ. Довести до личного состава. Выполнять! Оставить! Давай, генерал! Вернулся! Как вернулся? Вернулся. Ну, думали. Здорово. Ну, ладно, ладно, хватит. Совсем смотрю, субординацию забыли. Гончар уходит. Стоять! Стоять! Немчелер, стоять! 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 Не стреляйте! Не стреляйте! Я генерал Гончар. Я генерал Гончар. У меня договоренность с генерал-фельдмаршалом фон Кюхлером. Вы меня должны к нему проводить. Понимаете меня вообще, нет? Да понимаем, понимаем. Что-то непонятно. Вот и все. И добавки не надо. Да, я бы и сам поверил. Фотография только старая, еще с Минска, глянь. Это все должно было еще раньше прийти через Тушкову, но там все полицаи спутали. Поэтому его потом специально посадили в камеру, чтобы он подтвердил лично. Что именно вы передали партизанам? А что, разве вам это не передали в Москву? Я лично фотографировал эти бумаги. Срочно передай это в отряд. Генерал Лосев, предатель. Здесь доказательства. Скажи, а с этим письмом что? Альшевский, получается, тоже на немцев работал? Нет, это Гончар. Это он подменил письмо. Ну, Гончар, кто бы подумал. Как его завербовали? Перед войной стажировался в Германии. Там и завербовали. Да. Нарочного он убил? Он. Ну, тот бы все равно свидетельствовал против меня. Ну, еще неизвестно, когда бы он очнулся. А тут твой портсигар на месте убийства. Твой мотив. Сделали бы свое дело. Но это не все. Бергер и фон Кюхлер с самого начала предполагали использовать своего человека. Думали, что это у них туз в рукаве. Этот жирный индюк Эркерт должен быть абсолютно уверен, что Лосев действительно наш агент. Хотите скормить его русским? И именно так, дорогой Конрад. Уж поверьте, люди на Лубянке говорят даже то, что из них не могли вытрясти в гестапо. Так что будьте уверены, Эркерт скажет под пытками все, что он знает.
А знать он будет, что Лосев наш агент. Ты не только мне жизнь спас. Солдаты, гражданские, сдайся наши войска сейчас, как этого хотел Гончар, мы бы окончательно потеряли Ленинград. Так что спасибо тебе, капитан. Ну и что? Такая операция завершена успешно. Не вижу радости. Это что, из-за той девушки? Давно я тут уже, Алексей Емельянович. Не на фронт. А есть мнение, что ты будешь полезен здесь, в борьбе с немецкими диверсантами. Здесь, на территории Советского Союза. Георгий. Расчетите. Идите. Очнулся? Я арестован? Под присмотром. Пока ты тут валялся, вся операция провалилась к чертовой матери. Стоило мне на один день покинуть замок. Лосев вновь командующий. Меня благодаря вам отчитал лично Гиммлер. Мне очень жаль. Дайте мне еще один шанс. Я все исправлю. Как? Возьмешь штурмом Ленинград? Убьешь Сталина? Как, Бютцев? Дайте мне новое задание в Советском Союзе. Я не подведу. Я найду и убью Волкова. Я исправлю все ошибки. Я клянусь вам. Ладно. Будет тебе такое задание.